Мой кофеёчек, черненький, темненький. Начинается новый рабочий день. Дождик на улице. Теплый дождик, потому и передают грозу на сегодня, потому что теплый, теплый дождь идет. А потом еще, наверное, еще потеплеет. У нас утро. Там гуси пасутся, тишина. Будет на сегодня тоже такой занятый день, потому что мы спешим на свадьбу. Свадьба будет у детей наших хороших друзей. Если у меня получится, немножко засниму, потому что я тоже буду принимать участие на кухне. Немножко вам покажу закулисье свадьбы. Опять привет, друзья! Уже едем на свадьбу, но еще не на саму свадьбу, а на кухню. Меня везет мой муж, мой драйвер, и мы едем помогать. Я уже в фартушку, уже полностью готовая. Я думаю, вы этот фартушок узнаете. Это мой такой счастливый фартушок от Наташи, сельчанки. И будем украшать. У меня сегодня такое задание интересное будет. Мне надо будет сделать такую нарезку и подать все красиво на стол молодых. На дружки, на стол молодых. Увидим, как это все будет. Я еще себе так не сильно представляю, что там я буду делать. Я меню сильно не видела, потому что вчера мне не получилось туда пойти. Надо было свои заказы делать, но сегодня с раннего утра я уже готова к труду и обороне. Будем делать красоту, настраиваюсь на все самое лучшее. Все, возьму вас с собой. Все, будем здесь все расставлять, наставлять. Это для горячей пищи, чтобы держало тепло. Это у нас здесь будет кофе и чай, станция. Какие у нас девочки рукодельницы, просто талант. Красота. Не только красиво, но и очень вкусно. Опять с вами, друзья. Вышла на вечернюю прогулку. Хотела вам снять больше на свадьбе, но, как и предполагала, это будет тяжело. Знаете, на свадьбе, ну, такая свадебная суета. И плюс, если помогаешь на кухне, там уже другое у тебя, другие приоритеты, надо все помочь. Красиво разложить, и уже нет возможности что-то снимать, что-то показывать. Вот. Но все прошло очень хорошо.
Очень рада нашей свадьбе, наших друзей. Все хорошо прошло. Слава Богу. Вечер наших соседей тоже. Уже коровки идут на покой. Они как раз проходили возле нашей прапорти, хотела вам заснять. Но они быстрее шли, чем я и шла. Да. Вот такой тихий вечер. Сейчас проверим наших курочек еще. Тоже к ним не заходила сегодня. Вот так, то свадьба прошла хорошо, слава Богу. Еда вся была вкусная, свежая. Сладким очень сестры постарались. Девочки все такое поприносили разные. Мусовые разные печенья, макаронс, выпечка, эти джелок, заливное такое было тоже разных видов, красивое. Взяли мы своей сестры эти деревянные опилки, будем посыпать, делать новый такой насып для курочек наших. Вот в мешках, но все надо делать. Так, где вы наши? О. Так, курочки наши пришли. Они все одинаковые, мы их брали на одной ферме. И яйца их тоже все одного цвета. Но молочинки несутся каждый день. Еще вас познакомлю с нашим котиком Frozen. Называется тоже Софи, наша назвала ее так. Такая красавица у нас. Любит посидеть, чтобы ее погладили. Такая нежная девочка. Да, ты хорошенькая девочка наша. Куда ты? Frozen. Посмотри сюда. Китечка Нася, маленькая. Отдыхаем. Вечер хороший для отдыха. Дождь с утра был, а сейчас так только парит, тучи такие насуваются. Но уже дождя нету. Такой был теплый, мелкий, иногда даже больше, даже немного гремело, блескало. Ну, уже все прошло. Это огород родители наши садят. Тоже вам как-то сделаю обзор огорода. Там они и лук, и чеснок, и огурцы, и помидоры. Все там садят.